интересно, да и не мне, всем интересно, всей общественности. Что заложили в техническое задание? На встрече в открытом диалоге с администрацией горожане задавали интересующие вопросы и вносили свои предложения. Так, одной из актуальных тем стала дорожная и транспортная инфраструктура центрального района. Горожане обращали внимание на необходимость изменения схем дорожного движения, расширения дорог, о необходимости дополнительных мостов. Также они предложили включить в новый генплан паркинг для личного транспорта. Представители департамента архитектуры и градостроительства администрации города Сочи рассказали о целях, этапах и сроках разработки нового генерального плана. Они указали на карте, где будут проведены работы по реконструкции, а где запланировано строительство новых дорог, зеленых зон и социально значимых объектов. Я считаю, нельзя сидеть, сложа руки и ждать, что будет. Если мы, как родители, сейчас не будем узнавать и проявлять свою ответственность, свою гражданскую позицию, то кто это будет делать за нас? У меня 5 детей, и мне не все равно, что будет завтра. В разработке генплана учитывается и возрастающая нагрузка на ресурсоснабжающие организации. Поэтому особое внимание развитию инженерной инфраструктуры. По поручению главы города Сочи Алексея Сергеевича Капрогородского мы проводим рабочие встречи с населением города Сочи с целью их ознакомления с концепцией нового генерального плана. Прежде всего, первоочередной задачей является обеспечение и резервирование территорий под объекты социальной инфраструктуры, под объекты образования, спорта, здравоохранения. Любой житель Сочи может внести свои предложения в режиме онлайн. Для этого надо зайти на сайт genplansochi.rf. Предложение также можно направить на электронную почту разработчику. Ознакомиться с графиком встреч по обсуждению генплана жители города могут на сайте администрации, в аккаунте ВКонтакте и телеграм-канале Департамента архитектуры и градостроительства администрации города. Также можно обратиться письменно в адрес Департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи. Алина Тищенко, Дмитрий Петри. Время новостей.